Привет. Я люблю. В сети появилась информация, что в сеть слились паспортные данные участников онлайн-голосования по поправкам в Конституцию. И если эта новость, будь она правдой или неправдой, для вас шокирующая, то хочу сразу сказать, если вы вдруг дрочите, открывая вкладку «Инкогнито» в Google Chrome, то ваш провайдер знает, на что вы дрочите. Прикиньте, скрываться нет смысла. Ты думаешь, ты всех передрочишь? Ты думаешь, никто не узнает? Все знают. «Комсомольская правда» пишет: «Секс на пляже. Прилюдная гей-оргия в Нижнем Новгороде шокировала даже нудистов». Прочитав эту новость, я также был шокирован, потому что я живу в Нижнем Новгороде уже более 30 лет и только сейчас узнал, что у нас есть нудистский пляж. Алексей Навальный в свой отпуск со своей супругой выпил пиво. Вот такая вот новость, интернет. Лебедев, учись! Это круто. И это ты молодец. Ну а звание уёбища дня получает данное уёбище. Что ж, уёбище, уёбищного тебе дня, уёбище дня. Я, кстати, тебе не рассказывал, как Кремль пытался купить мой маленький канал, чтобы я продвигал идею поправок за Конституцию в плане голосования «за». Не рассказывал? Смотри, было это еще 13 апреля 2020 года.